Любая тренировка должна начинаться с разминки. Поэтому потихоньку начинаем. Начинаем с головы. Руки на пояс. Либо так, либо так. Вращение головой. Три в одну сторону. Три в другую. Три в одну. Три в другую. Теперь положили голову на левое плечо. Руку помогаем, растягиваем шейку. На правое плечо. Вниз. Вверх. Повернули как можно сильнее в левую сторону. Потянули. В правую сторону. Потянули. Посмотрели. Вверх. Можно выше. Вниз. Отлично. Плечи. Ладони поставили на плечи. Вращение классическое. Три в одну сторону. Три в другую. Три в одну. Три в другую. Теперь руки чуть согнуты. Из легких прыжков то же самое. Три в одну, три в другую. Отлично. Теперь полное вращение рук. Руки прямые. В обратную сторону. Пять в одну, пять в другую. Правую руку вперед, вверх выноса. Левую руку вперед, правую назад. После этого локти. Руки вперед вытянули, вращение локтей. Три на себя, три от себя. Три на себя, три от себя. Вперед вытянули, вращение кулачками. Три в одну сторону, три в другую сторону. Три в одну сторону, три в другую сторону. Теперь сильное сжатие и разжатие. Сжали, разжали, сжали, разжали, сжали, разжали, сжали, разжали, сжали. Разжали. Отлично. Левую кисть взяли. Вращение кисти. Три в одну, три в другую. Другую взяли. Три в одну, три в другую. Снова первую. В одну, в другую. Вторую. В одну, в другую. Левую кисть вперед вытянули. Растягиваем. Вниз. Растягиваем. Вниз. Согнули. Растягиваем. Наружу. Растягиваем. Вторую руку. Вверх. Вверх. Растягиваем. Вниз. Растягиваем. Согнутую. Вниз. Растягиваем. Наружу. Растягиваем. Отлично. Молодцы. Встряхнули ручки. Руки на пояс поставили. Вращение только таза. Три в одну. Три оборота в другую. Ручки к лицу, вращение всем корпусом, включая таз. Три в одну, три в другую. Отлично. На правую ножку встали, бедро подняли, вращение бедра. Три в одну, три в другую. Вращение голени стопа. Три в одну, три в другую. Три в одну, три в другую. Встряхнули ножку. На другую ножку проделали то же самое. После этого стопами встали на внешнюю сторону стопы, покосолапились на внутреннюю сторону стопы. На внешнюю сторону стопы потянулись на внутреннюю сторону стопы. На носочки встали, резко на пятки. На носочки, резко на пятки. На носочки, резко на пятки. Молодцы. Теперь ножки вместе сделали. Садимся. Выкручиваем бучи, хочет задачи. Сели. Несу задачи. Сели. Раскрутились. Учи, хочет задачи. Встали. На этом разминка окончена. Приступаем к тренировке. Всем ос. Сегодня у нас будет тренировка на физическую подготовку. Все упражнения в этой тренировке выполняются 3 подхода по 10 раз. Между подходами будет перерыв 10 секунд. Первое упражнение. Принимаем упор лежа, стоя на кулаках. У нас идет отжимание вверх-вниз и
Удар кагицки вперед. После каждого раза мы меняем руки. Ну да. Спинку стараемся держать прямо на одной линии с тазом. Второе упражнение. Приседания с ударами малаши-кири-дзёдзи. Ручки мы держим возле головы. Приседаем. Удар малаши-кири-дзёдзи. Встаем на место. Приседаем. Удар малаши-кири-дзёдзи. Встаем на место. Третье упражнение. Садимся на пятую точку. Коленочки у нас полусогнуты, ручки возле головы. Делаем пресс, подъем, два удара ручками перед собой. Это упражнение делаем в сумме 60 раз. Следующее упражнение. Мы встаем в упор лежа, на клоки. Сначала мы опускаемся на левое предплечье, опускаемся на правое предплечье. Встаем на левый кулак, встаем на правый кулак. После чего меняем первую руку, на которой мы опускаемся. То есть мы опускаемся на правое предплечье, следом левое, и встаем на правый кулак, на левый кулак. Таких повторений нам нужно сделать 10 раз по 3 подхода. Следующее упражнение у нас выпрыгивание с коленками к груди. Опускаемся на корточки, садимся. После чего выпрыгиваем, коленки касаются груди и приземляемся снова в положение на корточки. Также нужно понимать, что при выпрыгивании мы не должны вставать на прямые ноги. Такого быть не должно. Упражнение зажигалка. Ложимся на спинку. Ножки поднимаем на одну стопу над полом, примерно. После чего соединяем коленки и наши плечики. Разъединяемся. Таких повторений нужно сделать 10 раз по 3 подхода. Мы принимаем упор лежа на ладошках. Опускаемся как можно ниже. Делаем отжимания. После чего резко отталкиваемся ручками и делаем хлопок перед собой. Стоп, встаем на ручки. Полностью опускаемся в положение на корточках. После чего выпрыгиваем вверх и бьем майгири в две разные стороны. Приземляемся на согнутые ноги. Не встаем на прямые ножки. Ручки стараемся держать возле головы. Следующее упражнение. Принимаем положение лежа. Ножки немножко согнуты, ручки у головы. Сейчас нужно будет быстро сделать пресс, потянув ножки к себе, после чего выпрыгнуть вверх и снова лечь на пресс. Повторить это упражнение нужно 10 раз, 3 подхода. Между каждыми подходами отдых 10 секунд. Предпоследнее упражнение – бёрги. Принимаем положение упор лёжа. Можно принять упор лёжа на ладошках, можно принять упор лёжа на кулаках. Кому как будет удобнее. Опускаемся вниз, касаемся грудью пола. Поднимаемся, ножки, коленочки груди, выпрыгиваем вверх. Снова принимаем упор лёжа.
Таких нужно будет повторений сделать 10 раз, по 3 подхода, через каждые 10 секунд. И последнее упражнение, у нас выход в березку. Ложимся на спинку, ручки по бокам, ножки приподняты на высоту одной стопы. Коленки к себе, вверх, к себе, вниз, к себе, вверх, к себе, вниз. Стараемся выйти в березку. Это упражнение нужно повторить 10 раз, по 3 подхода, через каждые 10 секунд. На сегодня наша тренировка закончена. Всем спасибо. Пос.